Тобольске подвели итоги 4-го эко-конкурса «Несем добро. Чистая игра». 169 классов из 12 школ города собрали более 50 тонн вторсырья. Каждую субботу мусор приносили гипермаркету и сдавали в компанию, занимающуюся переработкой. Кто сдаст больше отсортированного стекла, пластика и макулатуры? Дети выстраивались в очереди. Восьмой, а лучшие! Сейчас уже азарт, да, последняя неделя, нам надо было собрать достаточное количество. Это идет от души, это не идет так прям вот надо дети, надо, а они от души, потому что они себя считают волонтерами. За час полностью заполняется 3-4 грузовых газели, подключились к сортировке и горожане. Друзья потом сказали, а сколько ты сдал на переработку? Я стал записывать. Получилось так, что я с 2020 года начал записывать, и мне самому стало интересно, сколько же мусора уходит с одного человека. И сколько у вас? Ну, за прошлый год у меня получилось 470 килограмм. То есть 470 килограмм пошло не на захоронение, а на переработку. Это прям круто.